Подвели итоги и отметили лучших. В Ульяновске прошло заседание Совета по промышленной политике нашего региона. На нем подвели итоги работы промышленных предприятий Ульяновской области за прошлый год и первый квартал 2017 года. Распоряжением губернатора Ульяновской области за заслуги в развитии отрасли промышленности, высокую социальную ответственность бизнеса и достигнутые трудовые успехи благодарственными письмами были награждены 6 региональных предприятий, 3 из них из нашего города. Димитровградский вентильный завод, Димитровград жгуткомплект, Федерал-Могул Димитровград. Одним из важнейших вопросов на заседании стало рассмотрение перспектив развития Димитровграда после присвоения статуса территории опережающего социально-экономического развития.